Первая стоянка на пути в Грозный – это станица Змеинская. Дворик с осетинскими пирогами. Здесь можно перекусить, попить чаю и попробовать осетинские пироги с разными начинками. И кофе очень вкусный. И это все Осетия. Мемориал памяти и славы ингушского народа. Назрань. Ингушетия. Это мемориал славы. Вот наша остановка. Вот эти воины, всадники. Момент битвы. Ой, какой момент. В попагах, саблями, таких скакунах. Вот. Офицеры ингушского конного полка горды и счастливы довести до сведения вашего превосходительства. Просим передать доблестному ингушскому народу о лихой конной атаке 15 июня сего года. 1916 год. Славные всадники ингуши встретят ныне праздник Байрам радостно, вспоминая день своего героического подвига, которым навсегда останется в летописи народа, выславшего своих лучших сыновей на защиту нашей Родины. То есть ингуши дрались вместе с русскими воинами против общего врага. Так. Погода плохая сегодня, ветер, дождь. Я озябшими руками снимаю вот этот вот башня такая впереди. Ой. Вот серого камня площадь. Угу. А вот справа это уже новый город Назрань. Умный город, каким они его по плану хотят сделать, новый правительственный такой центр. А там, за дорогой, старый центр, древний город Назрань. Здесь летом фонтан, много растений, хвойных, лиственных, памятники. Орудия, пушки, танки. Да, это центр воинской славы. А там музей. Министерство культуры Республики Ингушетия, государственное бюджетное учреждение, мемориальный комплекс жертвам репрессий, музей. Вот как башня, окутанная проволокой.
Вот этот музей, экспозиция его на стенах. Я попытаюсь сейчас по часовой стрелке показать. Вот картины художников. «Враги народа» называется. Вот арест. Поднимают с кровати больных, детей собирают. Высылку, выселение из домов. Открытое окно, брошенные вещи. Малыша из люльки вытаскивают. Ой. Мальчик с игрушечкой. А здесь что? Здесь каратели. Здесь расстрелы. Изгнание. Это вот в вагонах выселяют в степи, скорее всего, Казахстана. Так вот они ехали в вагонах. Старые. Дети, женщины, старики, больные. А вот так они в этих вагонах, дорога смерти. Ой, умирали в снегах. А вот уже Казахстан. Прибыли в эти кибитки. Такие условия попали ужасные. Вот так вот жили. Прощание с единственной дочерью, которая не выдержала тягот переселения. Вот. Тут вещи личные. Часы, письма, документы, фотографии. 10. А сейчас сколько? Посмотри. Там уже это 5 минут почти. А тут есть интересное?